Locuitorii regiunii Transnistrene învață activ limba română în cadrul cursurilor gratuite lansate anul trecut de Ministerul Educației de la Chișinău. În anul 2023 de programul național au beneficiat 320 de persoane din Tiraspol, Râbnița și Tighina Bender și au promovat nivelurile A1 și A2. Eu am început să studiez în acest cursuri în luna august și la nivel A1 și după niște luni eu parcurs nivel A1 și nivel A2. De ce vă pășli învățați românski язык? De ce vă pășli? Ну, у меня примерно такая же ситуация, как у Луизы, то есть гражданство. Но кроме этого есть у меня знакомые друзья в Кишиневе, которые я вижу, что по Фейсбуку они говорят все на румынском. Хотелось бы их понимать, потому что между собой там на румынском говорят. Я как бы специализируюсь на спорте, на беге. У нас группа бегунов, в которой мы ездим в Кишинев на забеги, почему активно общаемся с бегунами из Молдовы, поэтому очень важно и очень нужно общаться и понимать их, и радовать их тем, что я говорю на их языке, и мне это очень нравится. Поэтому очень хотелось. Я пробовал в Тирасполе пройти курсы, но мне не получилось. Проходил платные курсы, потом не пошло дело, и очень был рад, что весной появилась такая возможность записаться. Там долго я там приходил в лицей, спрашивал, когда начнется. В общем, наконец-то к августу это все началось, и я очень рад. Здесь рад, что тут удалось сделать вот такую среду. То есть я сюда приходил, я смог и слышать румынский, и сам говорить на румынском. И как-то уже пошло, уже начал немножко думать на румынском, вспоминал как бы, как это слово на румынском постоянно у меня в голове крутилось, и пытался говорить на румынском именно про себя. То есть в условиях, когда везде все на русском, как бы не с кем говорить на румынском. Вот. Ну и в конце декабря я ездил на, сдавал еще один экзамен на гражданство. Вот. Успешно сдал, чему только очень рад. Но все равно интерес к румынскому у меня не пропал, я буду продолжать учить, потому что это интересно и это нужно. Beneficiarii programului național care au frecventat anul trecut cursurile de română s-au înscris deja și la următorul nivel în acest an. Unii însușesc limba română pentru a obține cetățenie Republicii Moldova, alții pentru a putea comunica liber la serviciu sau la diverse conferințe, seminare, fără să aibă nevoie de traducător. Я очень благодарна за возможность обучаться на этих курсах. Давно хотела учить румынский язык. Ждала этих курсов с самой осени, регистрировалась уже два раза, но по различным обстоятельствам не смогла в них участвовать. И вот теперь очень надеюсь, что все-таки в марте я приступлю к изучению румынского языка. Он мне очень необходим. Дело в том, что у меня уже много лет проблема с получением гражданства молдавского, так как я иностранный гражданин и проживаю здесь на территории, только имею право здесь проживать только при наличии вида на жительство. А я бы хотела все-таки иметь гражданство, так как у меня муж гражданин Молдовы, и все-таки мне хотелось бы, чтобы у нас и дочь имеет гражданство Молдовы. Хочется, чтобы у нашей семьи было молдавское гражданство у всех. Пришел на занятия не для получения гражданства. Гражданство у меня есть, в принципе, по рождению. Я сам родился в Кишиневе, прожил там практически всю жизнь. Вот. Румынский язык мне нужен для работы. Мы часто участвуем в конференциях, проводимых на правом берегу в Кишиневе, в частности, и очень часто рабочий язык румынский, не всегда есть возможность перевода, и просто необходимо.
не только понимать, но и общаться с коллегами, доносить им какую-то свою информацию. Я начал изучать еще в разных местах, с А1, А2, уже проходил Б1, сейчас опять я хочу пойти на А1, потому что язык такое дело, что нужно постоянно использовать, и нужно... Я чувствую, что у меня недостаточный уровень для того, чтобы я мог общаться. Поэтому какая-то база у меня уже есть, но уровень недостаточно, поэтому я хочу еще раз пройти, начиная с А1, ну, с А1 может быть 5, может быть сразу с А2, пройти еще раз курсы для того, чтобы все-таки получить достаточный уровень для свободного общения. Ministerul Educației și Cercetării de la Chișinău a dat startul înscrierilor la o nouă etapă a programului național privind studierea limbii române. Înscrierea se face până pe data de 29 februarie 2024 prin completarea unui formular online pe site-ul mec.gov.md sau la numărul de telefon 068 686 004. Invităm toți doritorii de a studia limba română să vină la cursul de limba română. Inițial să se înregistreze pe linkul care este pe site-ul Ministerului și să frecventeze cursurile de limbă română, ceea ce le va asigura succese în diverse domenii de activitate și perspective înalte în societate. În 2024, durata unui curs va fi în mediu de 120 de ore în funcție de nivelul de competență lingvistică, comparativ cu 60 de ore pentru cursul de română desfășurat în 2023. К сожалению, у нас недостаточно часов для отработки полученных знаний. Нам очень хорошо преподаватель объясняет тему, мы все понимаем, но у нас вообще нет возможности для практики, у нас здесь нет языковой среды и нет возможности для общения. Это является проблемой. Мы слышали в интервью министра образования, что будут созданы также языковые клубы. Мы очень ждем этого. Также в своем интервью министр сказал, что будет вдвое увеличено количество часов. Это действительно очень надо, потому что у нас особенно вот в Приднестровье своя специфика, и мы хотим обучаться и хотим говорить, что многие из нас начинали вообще с нуля. То есть вот когда я начинала учить, я не знала, как читаются созвучия, я не знала ни цифр, ни дней, ни недели. И вот этот вот путь нужно проходить не только следуя инструкциям учебника, но закрепляя полученные знания на практике. И я, и мои коллеги, мы очень надеемся, что будут вот эти клубы языковые и увеличено количество часов для того, чтобы мы выучили язык и смогли его усовершенствовать уже в наши коммуникативные навыки. Regiunea Transnistreană este unicul loc în lume unde mai este funcțională limba moldovenească în forma impusă de sovietici, adică cu grafie chirilică. Denumirea de moldovenească, de fapt, a fost dată limbii române în Moldova sovietică. În stânga Nistrului, de facto, ar trebui să funcționeze trei limbi, ucraineana, rusa și moldovenească în chirilică, dar în realitate regiunea este total rusificată. În genere, programul este extrem de necesar pentru populația din Transnistria, este foarte solicitat. La momentul actual, pentru orașul Tiraspol, sunt peste 100 de persoane care doresc să se includă în studiul limbii române, să frecventeze aceste cursuri pentru a studia limba română. Această insistență de studiu a limbii române ne demonstrează dorința de a studia specificul poporului român, de a studia tradițiile, obiceiurile neamului nostru și este o oportunitate pentru cursanții din Transnistria și din orașul Tiraspol de a studia limba română, de a pronunța la serviciu, în societate, în viața cotidiană.
Cursurile de studiere a limbii române vor fi organizate atât cu prezență fizică, cât și în format online în perioada martie-decembrie 2024. La finele acestora, participanții obțin un certificat cu indicarea nivelului de competență lingvistică de cunoaștere a limbii române în conformitate cu prevederile cadrului european comun de referință pentru limbi. Programul național privind învățarea limbii române se va desfășura până în 2025.